Свыше 300 педагогов и других специалистов вышли в большую жизнь. Сегодня в ДК «Энергетик» Набережный Челнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов выпустил на волю своих студентов. Столь масштабный выпускной в истории вуза проводится впервые. До этого каждый факультет проводил такие праздники отдельно. С одной стороны, грустно, потому что покидаешь свой родной институт. А с другой стороны, как бы интересно, весело, потому что начинается новая жизнь. Но не только выпускной стал радостным событием для института. Из Ханты-Мансийска вернулась команда тэквондистов. Ребята привезли набор из 3 золотых и 5 бронзовых медалей. Все спортсмены – студенты Набережной Челнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов. Вот наши ребята, команда тэквондо, приехала из Ханты-Мансийска, из Всероссийской универсиады, и наша команда заняла, представляющая Республику Татарстан, заняла первое место.